Важно понимать, что ключевое слово const при определении методов гарантирует лишь синтаксическую константность. То есть внутри таких методов запрещено менять поля объекта. Однако для некоторых классов синтаксическая константность может не совпадать с логической константностью. Логическая константность означает, что запрещено изменять любые данные, которые являются состоянием данного объекта. Рассмотрим следующий пример. Мы определяем класс целочисленного массива и рассмотрим какой-нибудь метод этого класса, который берем как const. Оказывается, что внутри данного метода мы можем изменять элементы массива, несмотря на то, что метод определен как const. Это происходит по следующей причине. Синтаксическая константность, то есть константность, которая гарантирует ключевое слово const, запрещает нам изменять непосредственно значение size и значение указателя data. Однако никто не запрещает изменять те данные, на которые указывает поле data. То есть изнутри метода foo поле data выглядит так, как будто оно имеет тип int звездочка const. То есть мы можем изменять данные, на которые они указывают, но не можем изменить только непосредственно само поле data. Поэтому при реализации классов обеспечение логической константности остается на ответственности программистов.